Так вот, если бы сегодня... Нет, предположим, были бы выборы в Государственную Думу, то 12% националистов получили бы туда возможность. 12%. Это очень большая цифра. Что, кто эти люди? Вот в основном на вопрос, хотели ли вы, чтобы была графа в паспорте, отвечает молодежь, вот этот 51%, это в основном молодежь, это жители больших мегаполисов, не только мегаполисов, но и больших городов. Это в основном представители так называемой титульной нации. Никто ни на Кавказе, ни в Башкирии, ни в Татарстане. Они де-факто и так существуют, графонационалисты. Да, там есть там, вкладыш, сказать, если хочешь, тебе вкладыш, там не есть. Хочешь, не Но в основном это абсолютное проявление такого тяжелого национализма, желания самоутвердиться. Мы есть русские, мы есть Россия. Так они только и говорят о том, что об унижении русского народа, о геноциде, не знаю, что такое слово геноцид, о геноциде русского народа и так далее. Считают, что вот именно нужно самоутвердиться и, так сказать, закрепить себя этим чертовым пятым пунктом. Наш... Это вы куда дели? Опять та же самая проблема. Еврейская автономная область. Да. А, то есть всех евреев в Биробиджан вы предлагаете? Нет, хорошая мысль. Либеральная интеллигенция. Поэтому... территория, где проживали евреи. Русские, бедные и нуждающиеся совпало отсюда, именно в силу экономических причин понятия русские. Простите, давайте начнем все-таки тогда. Я как еврей могу порассуждать о русских, да? Что такое русский? Все равно может, русские порассуждают. Мы русские, потому что мы говорим на русском языке, живем русской культурой. И воспитанные на русской культурной традиции. Мы можем в своем селе, я сейчас скажу, язык. Например, я коренной москвич, да? Что вот со мной делать? Значит, что мне писать в графу паспорт, я москвич? В конце концов, где бы я ни был, я хочу показывать, что я москвич. Это из той же серии, коллега. Мы прежде всего должны определиться. Если мы хотим иметь в России очень много национальностей, привязанных к месту, тогда готовьтесь к тому, что москвичи... Дорогие, но... Нет, коллеги, вы их пытаетесь привязать к месту. Да, вы хотите, чтобы каждый милиционер, проверяя паспорт, сразу сказал, а, господин еврей, ну так простите, ваше место в Биробиджане, как нет, сейчас... Почему? Вот. Можно сказать, я господин Татарин? Нет, коллега, так куда? Нет, можно и поюжнее проехать. Я, конечно, не отказался бы, чтобы мне государство поставило в паспорт штамп русский. Но чтобы государство мне поставило такой штамп, оно должно было бы создать комиссию из Цыпко, Светенкова, еще других уважаемых товарищей, отнюдь. Которые изучили бы до седьмого колена. А зачем? Господи, что за... Отнюдь. Наши законы позволяют определить свою цену национальности по личному желанию. И поставили русский. Но это же, если вы восстановите, будет по-другому. Ну они что-то прямо это сам концерт устроили. Только сегодня. Правильно. Какой смысл? Никакого абсолютно. Тогда, пожалуйста, напишите у себя на груди большую табличку. Я татарин или я еврей, ходите с ней, пожалуйста. Поэтому это уже прошли, это история. Я как член коммунистической партии. Я член Совета по межнациональным отношениям при президенте. И член президиума этого Совета. Вот я как раз не собираюсь. И только я собираюсь исключительно в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Статья 26, читайте. Лишают этого права. Кто вот вас это, лишил? Вот именно... А кто вы, Алексей, пусть говорит об этом на каждом шагу. Конечно. Возьмите, а вот, например... Просто... Чеченцев, ингушей и дагестанцев. Они вы знаете, глядят. Ну, там, никто из них не ответил. Там 50 народов, я не знаю, возможно... Ну, вот и как вы их будете идентифицировать? Хорошо, вкладыш введите, как Татарстан. Пожалуйста, конечно. Прямое действие. Введите вклады, чтобы не делайте обязаловки. Что тоже возможно? Я не против этого, пожалуйста. Это уже, опять же, это из той же серии, что вы имеете право повесить себе значок или написать. Пожалуйста, в паспорте сами пишите туда. Я русский. Хоть здесь напишите, хоть вкладыш, хоть с флажком ходите, бог ради. Пожалуйста. Ну, так вы то же самое говорите. А, коллеги, это очень важно. Вопрос несколько сложнее, чем мы сейчас отбираем. Мы в данном случае оставлены на выживание. И вот так. Тогда мы не воюем. Коллеги, дайте сказать. Дайте сказать, коллеги. Молдавию приехал. Кто оккупанты? Русские оккупанты. Никто не говорит, что все там... Все мы были оккупанты. Я не была оккупантом. Нет, да? Меня также мои родственники воевали. Советская страна была оккупантом. Их сознание – это русский оккупант. Это русский солдат оккупант. Ну, потому что это поэтому сейчас я хочу гордиться тем, что я
советский народ. Я хочу, чтобы мои дети знали, что они русские. Так укрепляйте страну. Кормите страны своей, так же, как и нашей. Наша общая страна, укрепляем ее. Кто такие русские националисты? Это слабые русские, вот, которые уже признали свое поражение. Смотрите, как она говорит? А у русских нет Русистана. Ну, я говорю, слушайте, дорогой, я русский, у меня есть Россия. Да. Враг понятно. Русских. Это русские националисты. Правильно. Потому русофил. Что они пораженцы, русский потому что они не понимают миссию русских. Я с русскими понимаю. А можно? Я вас жалею. Русские коллеги, вот вы забываете, пожалуйста, что на вашей стране, которая наша общая страна, где вы титульная нация, у вас, в принципе, проблем меньше, все равно, чем у малых наций. И простите, вы же сейчас удивляетесь, а как это нету Русистана? Всю советскую власть у нас не было. Я говорила о графе. Ирина, я все понимаю, можно я договорю? Советский Союз развалился. Вот, я прошу. Сейчас какая-то комедия. Сколько вы пытаетесь, уважаемые люди, подчеркнуть. Это прям как будто оркестр такой играет. Мы сегодня говорим, они гордые, достойные, замечательные, гордые, достойные, чем абсолютно Москву, хорошо бездомные в своей стране. Простите. Нам говорят, что Россия это многонациональное государство 200 народов. И, в общем-то, само слово «русский» стараются не употреблять. А вы что, стараетесь отрекнуть? Русский. Подождите. Ввести конституцию, что русский народ у нас официально главный. Безусловно. Вы хотите, чтобы в России не осталось других наций? Болтать. Вы хотите опять нас убрать из России? Не удастся, коллега, нас опять убрать. Болтать и ругать, во-первых. Зачастую он этого гражданства получить не может, потому что Россия не считает себя государством, чем-то связанным с русским народом. Не считает... Нет юридической связи между русскими и Россией. Да, несчастные русские. У евреев свое государство есть. То есть, если в какой-то стране... Слушайте, прекратите лгать. Прекратите лгать. Да, к переписи. Да, это совершенно официальное... А 99% говорят на русском языке. Проблема в том, что у нас нет никакой юридической связи между русскими и Россией. Русские находятся в подвешенном состоянии. Подождите. Русские не чувствуют себя в России дома. Потому... Ну, можно именно русская культура и литература. Власть вообще накладывает очень, коллеги, власть накладывает очень серьезный... Что вот очень мне не нравится позиция моих оппонентов, многих, не всех. То, что мы, русские, такие несчастные, звучит так, такие униженные. Так вот, коллеги, русские – великая нация, титульная нация великой страны. И она несет ответственность, эта нация, за все ее бедствия, за все ее горе, перед и другими нациями, перед малыми нациями, и перед другими странами. Поэтому, коллеги, вы русские, не униженные. Просто вы прежде всего несете на себе, как Иисус Христос, свой крест, вы несете на себе все беды великой страны России. Я служу русской культуре. Если Россия меня признала своим гражданином хотя бы по праву рождения, я служу русской культуре, значит, в этом смысле я русский. Я в русском культурном контексте. Но простите, как только начнут мне напоминать на каждом шагу, что ты еврей, я сразу вспомню, что у меня, простите, мама все-таки еврейка. Мне сразу это начнет как-то расти. Поэтому я сторонник советской... Это, конечно, здорово рассказать на весь мир, что у меня мама еврейка. Упоминание же для вас вашей национальности является чем-то сродни оскорблению. Нет, не оскорблению. Оскорбление это будет для других. Я и так на себе очень часто чувствую проявление антисемитизма. К сожалению, это факт. Почитайте про меня в интернете. Очень много. Это людей смеет заниматься русской культурой. А я смею, потому что я живу в России, и я гражданин России. Вот Гербер, опытная тетка, она понимает, что больше антисемитизма никто не будет возбуждать. Хватит говорить о евреях, русских и так далее. У нас всех нужно ли входить? Нужно ли в
исключать графу национальный спад. Нужно, не нужно. Это мы обсуждаем. Я много лет заполнял графу, вот просто писал в паспорте, русский. Но мне говорили, у вас паспорт недействительный. Понимаете, когда человек приходит к чиновнику, меня спрашивают, не надо, а я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Когда чиновник общается с русским человеком, то он видит в нем своего противника. Так как другие цифры показывают, что националистические партии близки даже к нацистским партиям. У нас таких нет, не надо лжи. Не надо лжи, таких нет партий. Вот, да, вы меня перебивали. Да, еще как кричали. Андрей, ну, позвольте, все-таки дама была звонить. 12%. Она скажет все равно. Не здесь, так там. Да не она. Андрей, вы же представитель человеческой нации. Ну, позвольте, вы знаете, что такое интеллигентность? Нет? Ух, только не от вас я буду это слушать. Говорят присутствие человека. Учитывая, что 12-13% националистических партий, такая цифра, могут войти в Думу, что это серьезная опасность. Их нету просто. Нет таких партий. Ну нет таких партий. Ладно, не важно. И это есть опасность. Опасность в нашей многонациональной стране. И я не понимаю, почему достойный, сильный, великий, в общем, народ. Действительно, я вот русская еврейка, я это подчеркиваю. Это важно, моя родина русский язык. Откуда такие комплексы? Откуда такая неуверенность в себе? Откуда такое желание самоутвердиться? Да что все вы выдумываете? Вращаю вот этот самый несчастный пятый пункт в паспорте. Это у вас комплексы. Вы все выдумываете там о русском народе, о себе. Сплошные комплексы. Да, как вот, как вы говорили, как империи, да, и то, что были. То сегодня, так я говорю, давайте посмотрим сегодняшние реалии. То сегодня наша молодежь, она ощущает желание объединиться именно в национальном признаке, в том числе. Здесь другое социологическое исследование. Да, это уже тише, было. Тише, да. Это а давайте мы еще посмотрим на ситуацию было. Через... Германия. Господа и дамы, я вас умоляю. Силу более дешевой рабочей нет, силы. Нет, не только. Культура. Они говорят на другом языке. У них другие традиции. И здесь очень важно именно культурное взаимопонимание прежде всего. Потому что людям просто, ну, неуютно себя чувствуют, когда рядом вот какая-то араба таких вот такого роста небольшого, обычно бородатых, черными бородами людей. И люди начинают вот как-то... Ну, как вы противно сейчас вот, сказали. Вот, люди, так вот, гадость чтобы какая-то. Вот это, простите, это мы уже тоже проходили все и 100 лет назад. И мы, евреи, тоже были в основном небольшого роста, бородатыми, другую религию, другой язык. Это сейчас уже нету этой религиозной идентичности в евреях. В большинстве русских евреев, хотя тоже и в синагогу многие ходят. Я просто атеист. Так вот, это прежде всего мы должны преодолеть. Не государство должно за нас вырабатывать законы, а мы должны преодолеть вот этот неприязнь. Да замечательно, это невозможно человек. Преодолеть. Я всегда с ним на рынке найду общий язык. Ну, он мне скидку даст, я его уважаю, у него Аллах, в конце концов, его, и хорошо. Сказали эти данные, и наши, и ваши, это сигнал бедствия. Да, надо понять, да, это сигнал. В чем дело. Понятно, что происходит. Другая ситуация, Оля, моя тоже личная. Ой, боже мой, моя личная. Я еще в советское время родился, младшему 4 года. И вот мы с женой пришли в ЗАГС давать ребенку имя, там все как положено. И вдруг оказывается, я, честно говоря, был удивлен, я не знал, что оказывается, надо выбирать национальность. Ну, жена говорит, ну ты какую хочешь, ты все-таки мужчина, да, главный в доме. Вы знаете, я был перед огромным сложностью выбора. И не дай бог, я бы считаю, что и там надо отменять эту графу, потому что в итоге, ну я, конечно, написал еврей просто потому, что было бы смешно написать что-то вот... еще. Но почему сейчас страна меня заставила решать за ребенка, возможно, вот если вы сейчас, не дай бог, там, пришли в обидеть в стране, и можно в школе обижать за то, что он еврей, может, не надо этого было вообще задавать эти вопросы. Вопросы, не надо, он вырос. Ну, только привлечь внимание. Я была совсем маленькой девочкой, и во дворе кто-то меня дразнил, еврейка, еврейка, еврейка. Я прихожу домой и плачу. Папа говорит, что ты плачешь? Меня дразнили, еврейка. Он говорит, они думают, что они тебя дразнят, а ты еврейка. И это так же прекрасно, как быть русской, грузинкой, армянкой. Я не запомнила на всю жизнь. Господа, это тоже личная ситуация. Коллеги, я въезжал в Англию, когда еще требовалось заполнять у них таможенную декларацию. Я написал, ну опять же, ну как у меня первая мысль, ага, ну в паспорте еврей, мемуары значит, просто. Я написал еврей. Меня спрашивают, а вы гражданин Израиля? Нет. А вы гражданин что, России? Так и пишите Russian. Что вы вообще нам вот тут вот... У меня был прекрасный друг в школе, которому мы читали книги в 10 классе, мы как-то гуляли, обсуждали, и вдруг он поворачивается ко мне и говорит, слушай, говорит, а ты
точно вот ко мне хорошо относишься, но потому что я еврей, и ты вот ко мне плохо не относишься. Господи, после этого наша дружба кончилась. В каком плане? Не в том, что мы рассорились, а в том, что я никогда не думал, что наша дружба, понимаете, может определяться тем, какой, кто этничности, какое мы там происхождение и так далее. И в этом смысле, в этом смысле. Вопрос. Мы просто даем человеку право. Какой-то бессмысленный, безумный спор. Где у меня вопрос? Дело в ответе, который может быть на лице.